Так, Ниссанчик заехал к нам, который приехал в субботу. Я уже снял с него старый разломанный бампер. Вот он здесь валяется. Вот так вот его изувечил, искалечил. Ничего не осталось. Здесь все лопнуто, там все лопнуто. Да и вообще он такой вот. Здесь вот так же. Все дышит, чевелится. Здесь вот все изувечено, искалечено. Короче, такое видавший вида. Бывалый. Ладно, сегодня купил. Прикиньте, в наличии оказался бампер. Вот. В магазине лежал, говорит, от него кто-то отказался. Вот. Поставил бампер, конечно, Тайвань. Здесь провалено. Здесь красиво, здесь торчит, ну не торчит, в смысле здесь нормально, здесь в то же время провалено, здесь опять нормально, здесь уголок подтарчивает. Короче, черти чё. Вот. Здесь вот, я не знаю, вот такой вот зазор. Хрен, короче. Но это бампер пока как бы пристрелочный, он просто висит, чтобы все собрать, потому что одна фара погибла, я ее тут колхозил немножечко, крепление. Вот, все вот эти вот херни поотламывал. Я их немножко тут связал, пока предварительно, чтобы фару повесить. Вот так вот, значит, получилось. Капот, короче, самый печальный. Вот он так вот словил вот сюда вот. Здесь вот расшился. Буду делать его. Решил все-таки делать, потому что он слишком дорогой. Надо вот будет угол так отогнуть. Вот это вот. Оно вот так вот раздулось, потому что замок, точнее, вот этот крюк остался в замке, а верхняя часть капота, ей надо было куда-то деваться, она назад не пошла, она пошла кверху. Если бы еще сильнее бы удар был, она бы, конечно, ушла назад, ну и, как всегда, веки сломала. Но повезло. Повезло. Можно сказать так. Что у нас? Значит, сейчас мы эту фару фуфлыжную поставим. Сейчас я выберу, покажу. Такая вот фигня тут. Скорее всего, вот это место, ну, вот эта верхняя часть, верхняя рамка. И надо вот сюда вот ее потянуть. Потому что вот эти вот не сходятся. Пластики не сходятся. Вот настолько вот они не сходятся. Возможно, это не в этом причина, а возможно и в этом. Но это я пока что не разбирался, еще не вникал. А, да. Значит, чтобы вот этот бампер снять, ну, это, как всегда, стандартно надо его из-под крыла выкрутить. Потом вот здесь вот. Все просто. Ну, как у всех машин, я имею в виду. Тут еще такая решетка, сейчас ее нет, она вот тут валяется. Вот. Что еще? Ну там он снизу к этому самому крепится. Там такой брызговик покрылочный. Вот он уже отсюда идет и туда. И вот так вот снизу он тоже на пистончиках таких крепится. Так, вот на таких же, абсолютно таких же пистонах. Так, чтобы снять бампер. А, и значит у него еще вот такая вот фигня. Здесь он болт, отсюда не видно. Вот отсюда его, короче, надо ключом на 10 подлазить. Вот так вот ключ ставить. И вот так вот крутить. Это идиотизм называется. Также идиотизм называется, я не знаю, конечно. Может быть, когда это все не совсем такое корейское было, как вот этот Nissan. Хотя, ну, это же Nissan. Но я не знаю. Более-менее нормальное, когда все было. Значит, фара, она крепится на трех местах. Раз, два, на болтах три. Вот, кстати, он помят, надо будет сейчас им заниматься. Вон, как согнулся. А четвертое место у него, она вот сюда вот так входит. Такой вот, таким этим самым. Вот он, сейчас покажу. Вот эта штучка такая маленькая. Она туда вот щелкивается. И, короче, когда ставить удобно фару, когда вытаскивать ее, ее, во-первых, не взять не за что. Не знаю. Короче. Вытянул я ее, ну, с таким колоссальным усилием, конечно, она выскочила оттуда. Я думал, что я что-нибудь сломаю. Такая вот фигня также вот с этой фарой. Так она стоит, в принципе, неплохо. Аккуратненько так. Бампирочек тут
нормально стоит. Здесь вот зазорчик побольше, чем здесь. Здесь вот тоже расширяется. Хер поймешь, что. Так, еще тот вот старый бамперище, он... Лучше поэтому покажу бампер. Тут вот такие вот еще штуки есть. Усилитель. Вот там под пластиком идет такая металлическая планка. Она, ну, как бы усиливает крепление бампера, не дает ему... Здесь соскочил, блядь. Не дает ему убегать. Тут надо будет сюда запихать, заправить. Не дает ему убегать. Так вот Ниссанчик собирает. Завтра буду красить бамперок. Краску заказал. И начну заниматься со шпаклевкой капота. Наверное, завтра или послезавтра. Вот если так на него посмотреть, как он такой несчастный, где он несчастный. Здесь он мятый такой. Здесь вот он заломанный. Но капот. Капот с герметиком. Капот оригинальный. Вот. Надо даже посмотреть. Кстати, ну да. Как бы он никогда не снимался еще. Не здесь. Не здесь. Тоже никогда. Ничего, ни крылья не снимались, ничего. Машина такая целенькая, девственная. Никто сюда свои руки кривые, кроме меня, пока еще не пихал. Я, наверное, первый на нее. Ладно, все. Сейчас будем. Что мы сейчас будем? А мы сейчас будем ставить эту фару убогую на место. Для чего? Для того, чтобы капот, когда буду выпрямлять, мне он показал, чтобы он по фарам стрелял, там по этим самым решетке радиатора. Короче, решетка радиатора, вот эта вот говна, кусочек вот этого. Без значка, правда, но вот с храмулечкой вот такой вот. Стоит 3500, по-моему. Ну, где-то так, да, там 3800, 3500. Охренеть. Больше, чем фара. Фара стоит... чем-то тоже. Бампер обошелся мне в пятерку. Такой вот он. Тухлячий бампер, конечно. Говна кусочек тоже. Да. Такой вот нормальный весь. Ну, как бы он такой, как этот. Один слон. Тайваня, Тайваня. Но фар, кстати, оригинальный. Корея написано, вам не видно? Вам не видно. Это Корея. И это говно тоже Корея. Да. Да. Тоже здесь написано Корея в углу. Так что первая, похоже, авария его. Ниссанчика такого. Сейчас я его сделаю. Ну, покрашу, когда все помою. По нему обзорчик сделаю. Посмотрим, как у меня открывается, какие у меня там бардачки, багажники какие, как все это едет, заводится. Кстати, вот сегодня бодро завелся, минус 18 градусов, прям буквально со второго прокрута стартера, так вот, и никаких лишних звуков, и мотор очень тихо работает, очень понравилось вот это вот, так довольно-таки быстро прогрелся. Автоматика, единственное, что при переключении на драйв, ну, с паркинга, такой тычок получаешь, ну, спишем это пока что на, ну, то, что холодно, спишем пока что на это. Ладно, все, продолжаем работу.